Ребята, ассаламу алейкум. Сегодня вид из окна не показываем, динамита не показываем, кошаков не показываем, вообще ничего не показываем. Почему? Потому что... Вообще, зачем снимаем этот ролик? Потому что скоро опять ребята скажут, я его куда пропал, ты еще живой, почему нету следующих киношка, нужен как воздух. Динамит, не нюхай, камера, блин, упадет. Так, а другой аспект, это значит самое, блин, не хочется снимать, да, потому что это, ну я уже говорил, это у народа сейчас очень такое обострение. С Новым годом, с новым счастьем, все счастье, полные штаны, блин, опять надо херачить, а впереди вот опять вот это или вот это. Ну, а до мая еще далеко, блин, гимнастерку не достанешь, блин, повторять не можешь, блин, и что делать, что делать? Вот это самое, блин, дядю Вову, сука, долбишь, блин, и пишешь ему, козел, стоило уезжать, блин, все. Ну, а дядя Вова, он такой, он чувствительный, блин, он думает, ну, блин, ну, сколько можно объяснять, блин, пацанам? Пацаны, успокойтесь, не стоило уезжать, здесь то же самое, куда не выйдешь, блин, усе курят, блин, усе водки пьют, блин, кошак, уйди. Потом это усе, это все столы накроют, жрут, мясо, шашлыки, блин, то все, и там мочить хотят всегда соседи, блин, это, ну, а потом найдут какую-нибудь зачиханную эту бедную страну, которая воюет, мусульманскую, и туды, блин, тоже наших отправляют, блин, и все, и ходят все в военном, блин, это, в прорубях купаются, сука, блин, поэтому даже не приезжайте сюда, то же самое все, блин, ну, по телевизору вообще, блин, одни слова есть, все, ну, так, все, эту тему мы замяли, значит, пацаны, зачем снимаю ролик? Ролик очень глубокомысленный и самый такой мощный, исключительно мощный, объяснит вам мужскую натуру. Мужик он какой? Он зимой что делает? Он зимой думает, потому что каждый мужик это мыслитель. Ну, а что думает? Он думает так, опаньки, скоро зима кончится, будет лето, что я буду летом делать? О, летом я, блин, байдарки, горы, блин, леса, блин, походы, и мне надо, обязательно надо купить, лодка надо купить, мотор надо купить, это палатка надо купить, не продать водонецаемый такой, потому что под дождями буду ночевать, вообще с природы вылазить не буду, рыбачить буду как сумасшедший, блин, охотиться буду, блин, грибы, ягоды, мачете надо, ножи надо, бензопилы, и, короче, мужик зимой херней страдает, понимаете, и покупает всякую хрень, которую он потом использовать не будет, ну, а когда ты старенький, ты уже это прошел уже много раз, и уже это самое, зубы стискиваешь и говоришь, не надо, подожди, это сейчас так кажется, потому что зима, потому что скучно, а потом лето придет, хер ты пойдешь там комаров кормить, блин, или что, или под дождями, блин, потому что на диване веселее, правильно? Поэтому такой херней не занимаемся, пацаны, не занимаемся, блин. Деды занимались, вы занимаетесь, а мы не будем. Пацаны, зачем снимаю вообще этот ролик, хотел поделиться. Ну, короче, вот как я объяснил, да, это мелкие мужики вот такой херней занимаются, а крупные мужики, такие, как я, вот это в красной футболке, да, они чем занимаются? Короче, пацаны, мне все уже это самое, блин, это немножко так, это оскомину набило. Ну, блин, ну, одно место там, это раз, это продал, другое там, это раз, это поднял, блин, третий раз, это тоже все сделал. Ну, короче, сбыча всех мечт почти. А руки зудятся, чуть-чуть еще здоровье есть. Косточки болят, конечно, но все равно еще дороги есть, еще хочется, знаешь. И понимаешь, это можешь, понимаешь. Вот там посмотришь сзади, крылья не видно, а они есть. Такой невидимый, ага. Ну и это. Короче, пацан, не, подожди. Вот когда вот перед вами выступают такие люди, к ним веры никакой нету. Ну, а чтоб человек был в пиджаке, блин, то все на каком-нибудь Бентли там и на Лексусе сидел, там это жирная такая харя, блин, чтобы ряжка, чтобы таким верится, понимаешь, такие вот успешные люди. А чтобы совсем у ваты был взрыв мозга, вот так вот, значит. Чтобы они вообще вот это не могли воспринять, то, что я его что говорит, что это что-то серьезное. Пацаны, блин, нашел точку новую. И она на продажу уже давно, блин. И она на трассе, но в другом месте на трассе. Знаете, там чуть-чуть степи есть, а потом тайга, блин. И река, мощная река, которая переходит почти что в океаны. Ну, на карту, если посмотрите, там Гудзонов залив, то все это вообще у нас это, блин, это Байкал там плачет нервно в сторонке, блин. Ну, ага, или Каспий там, или что. И, короче, пацаны, этот место нашел, и чую, могу дешево купить, знаешь, и могу его подшаманить, и это самое, вот типичная большевистская ошибка в чем, чтобы это обосраться, и потом НЭП опять это все вернуть назад, а мы не такие, мы потихонечку, знаешь, нам много не надо там, опять так, ну как дурака включаем опять, плюшечки-матрюшечки, там, туда-сюда, блин, там это помойки, там херомки, блин, то все, блин, и лишь бы детишкам на молочишко так это, ну там, ну, короче, понятно, да, идея такая. Блин, хочется. А с другой стороны, вот Аллах говорит, Вовка, нахер ты идешь? Блин, жарко в этой шапке. Ну, а иначе, как это? Давай что-нибудь, а вот так, вот.
А это, ну, Аллах говорит, Вовка, что ты дергаешься, ты уже старенький, ты заболеешь, сдохнешь, нахер тебе все надо. Ну, а, блин, ну не позволяй душе лениться, да, ну а что я буду, баталии, что ли, вести, блин, с ватниками, что ли, в комментариях, блин, которые постоянно удаляются. Что там, блин, вот это, блин, КГБшники попросили YouTube, короче, это, ну, русскоязычную часть, вот там слова написали, вот там хохлы, укропы, пиндосы, вот это все фильтровать и киты. Если такие слова пишете, капец, сразу комментарии исчезают. Поэтому пишите хорошие комментарии, слава Владимиру Владимировичу, все это, если надо, повторим, живы будем, не помрем, лишь бы не было. Ну, всю эту херню, блин, знаете, да, составили себе списки, пишите их каждый раз, и все, блин, ну, перекрестился там на улик это, и то все, и написал комментарий, успокоился, блин, все. Ну, так это, пацаны, о чем мы говорили, почему вы отвлекаетесь? Ну, блин, жарко, как вы в этих шапках, я не знаю, блин. Так. Ну, вот Аллах говорит, Вовка, не дергайся, отдыхай, и все, а мы так не можем, потому что понимаем, если начнем отдыхать, то сдохнем, понимаешь? Книжки читаем, это одно, блин. Ну, знаешь, вот кайф такой, знаешь, у некоторых там до горы дошел, до вершины, и стоит там он весь такой хмельной, счастливый, да. Другой там с автоматом там про Сирии пробежал там где-то или по хохлам там, и тоже он счастливый, все, обосраться это. Ну, как сбыча всех мечт тоже, там цель жизни достигнута, типа это, ну, о чем мечтали деды. Ну, а кто-то там сапоги помыл в океане там или где. А у нас вот так вот, знаешь, это, блин, вот когда вот это, ты не трогай камеру, кошак. Когда эту самую, блин, ну, эту, ну, там, ну, какой-нибудь бизнес раскрутил, так это, чик, ты такой-то, весь такой, значит, ну, не то, что, нет, это, тут таких понтов нету, что вальяжный там или что, а просто здесь приятно, так сидишь, потом бухаешь, блин, думаешь, вот, блин, почему Аллах меня не видит, да, блин, почему своим наместником не выбирает, я бы всех этих иноверцев, блин, так, все, подраконил немножко аллахбаровцев, что еще? Чего ты тащишься, кошак? На улице 0 градусов, пацаны. И так, блин, вот хочется бизнес. И знаете, что, пацаны, это самое? Ну, не буду же я разрываться. Это место продавать тоже не хочется. Очень хорошее место такое, да, приятное, блин. Ну, блин. А просто вот мечтается так, блин, да. Потом это кому-то сейчас это, сейчас я, ага, вся войму прямо это, кому-то сейчас это место подгоню, дулю вам нахер. Вот так, блин, ну. Потом с кем-то на пару тоже, вот, сейчас, ага, сейчас я. С русскими на пару, пацаны, только, блин, это вешаться нахер, блин, это. Все. Даже не начинайте никогда. Когда никакие бизнесы, блин, то все нафиг, ну, ага, блин, и что делать, не знаю, а хочется, очень хочется, пацаны, что-то новенько хочется так раскрутить, так, знаешь, это, блин, и вот страдаю, вот думаю, нужен ваш вот мудрый совет такой, вот, что же, блин, это, что же делать, как поступать, ну, это место жалко, блин, своим детям не спихнешь, знаешь, у них детки, то все, им надо ближе к цивилизации быть, да, ну, а сильно много мест заколебали. Страховки, блин, ужасно дорогие. Знаешь, ну, если сгорит в случае пожара, они каждый год их поднимают там цены, ужасно дорогие. И вот эти бабки просто никуда башляешь, знаешь, эти налоги, блин, там на недвижимость, да, тоже довольно такие свирепые. И вот эти страховки, и тудым-сюдым. И даже, вот даже если ты вообще ноль электричества потребляешь, каждый месяц где-то, ну, 40 баксов, по-моему, здесь, на севере, там, на югах, может, где-то тоже близко к 40. Просто за то, что у тебя есть подведенные-то это, даже если ты вообще электричество вырубишь, ну. И вот так вот все, отопление, тем более здесь зимы свирепые, если хоть как это ни крути, надо, чтобы обогревалось помещение, даже если пустое стоит. И все это бабки, и вот как дурак, блин, да, это коллекционируешь эти, блин, объекты, и потом платишь, елки-палки, блин, и это по... Блин, мне не видно, мне на уху зеркало повесить, это, вам-то хорошо, блин, это вам видно, а мне-то не видно, какой я красивый, блин, удачный или нет, это все, блин. Ну, поэтому, пацаны, что делать, а что делать? Вот давайте, напишите в комментариях. Ну, короче, это напишите, конечно, я его херней не занимаюсь, а, блин, добра не ищут. Такой ответ, ну ладно, принимается, хоть и неприятный. Такой, дерзай, Вован, блин, вперед, мы в тебя верим тоже, блин. Ну нахер, это похоже, блин, на это самое, блин, на 40-е, когда в окопе сидишь и говоришь, дерзай, Петро, блин, я в тебя верю, нахер. Ну давай вперед нам на брустверы, на блиндажи, блин, ну, ага. А потом вечером его на пайку табачка заберешь, блин, ага. Так это, что делать, не знаю, пацаны, блин. Под паровоз кидаться тоже не будем пока. Но что-то вот надо думать, пацаны, что будем делать? А что будем делать? Что робить, хлопцы? Как и обещали, интенсивный снегопад. Здравствуйте, уважаемые товарищи! На улице холодно, замерз, что там сидел, была там вот это. Товарищи, дорогие товарищи! Закончите так книжку. А нафиг вам-то не надо, блин, ну.
Африка, апартеид, то все там рак. Ну, хочется ждать, правильно, блин, что просто так языком молоть, блин, там, ну. А то, блин, это, помните, Пол Пота, там, Янг Саари, блин, думаешь, ну, как-то ерунда, половина пота всего, был бы полный пот, знаешь, как-то, а то Пол Пота, пи, блин, ну, можно жить и что. Пацаны, ну, блин, ну, такое у вас обострение, блин, столько чуваков каких-то заходят левых. Чем тебя так Родина обидела, что ты в нее так это кидаешь говном и так ее ненавидишь? Объясняю по-хорошему, по-честному, по-пацански, ладно? Вот давайте я это ваши штаны одену, ваши ботинки, сапоги, и вот скажу, вот я Степан Федорович, там это самое, какой-то там Маслобойников, да, нафиг из Мухосранска, но вот это... Мой дед, мой прапрадед служил в царской армии, 25 лет забирали тогда, денщиком был, а что, белым людям надо же, правильно, слуги, ну, ага, а это самое, ну, а это, ну, а мама дома кто покрывал, когда на 25 лет мужика забирает, забрали молодым, он придет старым, ну, правильно, там, ну, другой мужик, да, обычно батя там, это то все, ну, так мы росли, мужали, блин, а потом херак надоело, блин, ты там, херак, это революция, там, то все, да, короче, это самое, блин, мой прапрапра там со царской армии, блин, там это деревни, там на колы, блин, на дворы, блин, а потом это, а что потом было? А ну, где погром, где что там, кончили кого-то? Ну, все, знаете, вот в каждого из вас спроси, о да, моего прадеда раскулачили. Чили, это вот это окончание, это кто, марсиане, что ли, бля? Ага. А вот это все так замалчивается, что когда вот раскулачивали и гнобили, а что с вашими бабами делали? Вы тащитесь, Махно, Петлюра, а вы читали хоть что-нибудь об этом? Вы хоть знаете какие-то там вещи об этом, блин? Вот здесь в зарубежье у людей письма сохранились, письма. Голодомор, знаете, что такое? Не было, блин, ну. И когда вот так... Короче, когда Махно, да, это просто банда была бандитов, как в любой заварушке, когда любая там это нестабильная стране, вот это говно всплывает, оно было и в Молдавиях, и везде там это. И вот они там скакали по деревням, блин, собирали всех, мужиков расстреливали, баб трахали, а потом заставляли, чтобы бабы им стол накрывали, блин, тащили все, что есть, жратва и самогон. И так и жили, как Красная Армия не отправил дедушка Ленин, чтобы победить их, блин. Ну, а потом Красная Армия лучше, что ли, была? Ну, мужиков куда, сами знаете, блин, ну, а баб кто будет осеменять? Ну, кто? Ну, парни в галифе и в сапогах. И вы все это, твари, прекрасно знаете, блин. Все вы знаете. Да, мой дед пропал без вести. Вот знаете, вот фашисты, немцы, сволочи, гады такие. Но они, блин, хоть списки вели, знаете. Вот цыган, евреев, концлагеря сажали, и учет был строгий. Даже на пишущих машинках, не то что от руки, там, химическим карандашом. Хотя бы можно было найти, вот да, сгнобили, блин, знаешь. Русаков, вот нахер, блин, сколько раз не обращались. Архивы сгорели, данных нету, пропал без вести. Да, блин, да что моя родня, скоты, что ли, пропадают без вести? Казахи, барымча, коней угоняют, и то знаешь, какого улов, какой угнали, где сожрали. Кости найдешь где-то, блин. А тут нихера, блин. И вам это все мало, знаете. Еще ваш плешивый ГБшник, блин, каждые пару лет поднимает вопрос, чтобы сжечь остальные архивы, чтобы, не дай бог, не узнали, блин. И все вот эти Колыма, Воркута, все, деды воевали. Ой, бля, которые раненые, тех Сталин быстро там поубирал коллег, нахрен не нужны, глаза мозолят. А которые дошли до Берлина, тем паче, они видели, что там в Европе, они расскажут, как люди живут, блин. Тоже всех туда нахер, на лесоповалы, блин. А потом стало лучше, намного лучше. КГБ, НКВД, ГУБВД, ЧК, там, все, бляха, муха, нахер. И всю жизнь гнобили, и они приходят мне, Вованыч, за что ты родину так не любишь твою? Вот вы на этот кутак сами вот так садитесь без вазелина, чтобы вас аж гланды щекотало, блин. Или принимайте вовнутрь так, чтобы аж сзади там где-то выглядывало. И любите сколько хотите. Но вам нужно понять, что не все рабы, понимаете? Кого-то один раз обидел, один раз, все, он уже не простит. Вы же сами там Толстого все цитируете. Предать — это как руки обломать там это. Простить можно, а обнять нельзя. Бля, вы меня все заставляете, чтобы я вас обнимал, что-то там целовал. Да какая-то нахер родина, блин. Ну какая-то нахер родина. Вы хоть куда-нибудь из своего говна выезжали? Я когда приехал в Европу, блин, я опешил, просто опешил. Я общаюсь с молодыми людьми,
У них такой параши нет, как у вас там это матушка родина или все. Фатерланд, это нацисты, да, им вдалбливали. Это слово не употребляется вообще нигде, и никакого там ажиотажа нету. И молодняк по всему миру ездит. И херак, вот моя дочка там на Мальдивы, мои там на Майорку поехали жить, мои там в Новой Зеландии, где-то мои там в Гренландии. Я говорю, а что, это домой не тянет, не скучает? Да нет. Молодняк спрашивает, а какая разница нахер? Германия там или Новая Зеландия или что, блин? Ну мне там хорошо, типа. И вспоминаешь наших, блин, этих пионерские лагеря, детки ночью срываются по лесу, домой, к маме, родина, родина там, блин. Я понимаю, убогие, ущербные, я понимаю, краснота вот этой пропагандой на протяжении многих лет, коммуняки, все это, врали, 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 по сей день с телевизора это, параша льется, льется, ой, березки скрипят, ой, там клавиша западает, ой, русскую душу непонятен. Да посритесь нахер, пацаны, ну нету такого понятия, понимаете, и перестаньте выдумывать себе. Есть оправдания всякие, распечатайте их, повесьте, везде хорошо, где нас нету, родина, матушка тебя не бросит, то все. Но я, вы для меня вот это олицетворение этой родины, я с вами жил, понимаете, в армии служишь, прибегаете, эй, молодых привезли, пошли пиздить, а, вот, вот, это вы родина, вы твари, но не хочу я с вами вообще ничего общего не иметь. И поэтому, пацаны, ну перестаньте меня просить любить вот это говно, а, перестаньте, прекратите. Если вы хотите, чтобы я любил какую-то землю, ну какую? Где вы сгнобили моих стариков и похоронили их? Ну нахер бы я любил это? Была бы моя воля моя бы. Я выкопал бы все эти останки, перевез сюда и в нормальной земле, где нормально. Тут такая же, такое же небо, такие же запахи, такие же птички, все. И березки такие же. Только пидоров нету. Которые требуют, чтобы я любил и на костях моих предков там танцевал и веселился, блин, и горилку жрал. До свидания.